Итак, здравствуйте, друзья, с вами Бабич Ярослав, и сегодня специально для паблика «Секреты ПРО» я отвечаю на ваши вопросы. Вчера, планировал вчера это видео выложить, но, увы, не получилось. Ответил на все вопросы, а потом посмотрел видеозаписи, и все получилось размыто, снимая на телефон. Бывает. Так, приступим по порядку. Значит, первый вопрос у нас от пользователя «Пептидная ярость». Вечный курс, все плюсы и минусы. Значит так, вечный курс. Ну, вечный курс, я считаю, это в первую очередь должно интересовать тех, кто круглый год старается находиться в хорошей физической форме, хорошо выглядеть. Ну, я так думаю, наверное, профи, у которых есть какие-то определенные там, наверное, контракты, фотосессии, выставки, семинары и так далее. Вот. Для любителя такого смысла я не вижу в вечном курсе. Вот. Плюсы и минусы. Ну, плюсы — это, как я уже сказал, хорошая форма почти постоянно. А минусы — длительное восстановление после этого курса. Хотя при использовании разных мер, там прокалывание гонадотропина, сдача анализов и мониторинга состояния здоровья, эти все минусы можно максимально нивелировать. Вот. Мне кажется, я просто как бы не приверженец вечных курсов, хотя мои курсы и длительные, но тем не менее у меня всегда есть пауза между ними. 8-12 недель у меня перерыв идет, 1-2 раза в год. Вот. Поэтому, ну, как лично на своем опыте рассказать не могу, плюсы и минусы. Мне кажется, что для любителей это не самый лучший вариант. Как минимум соревнующиеся спортсмены, а вообще, ну, думаю, только те, кто, наверное, может какие-то финансы зарабатывать, какие-то деньги этим. Вот, потому что это не дешево, и для организма как бы немного напряжно. И хоть даже если устраивать циклирование, то все равно, мне кажется, это не так просто, потому что вы знаете, что на курсе и питание, и тренировки, и режим гораздо жестче, чем во время отдыха. Поэтому подумайте о том, готовы ли вы круглый год, с года в год пахать, есть в нем себя, держать диеты и так далее. Ну и сам прогресс на вечном курсе, он не столь выражен, конечно, как после хорошего отдыха. Естественно, мы откатили немножко, потом мы начинаем прием препаратов, и начинается резкий набор веса, изменение формы. На вечном курсе вы таких моментов не заметите. То есть это будут такие, там, набрал килограмма два за месяц, потом плато, потом сел на диету, убрал, чуть-чуть поджался. Как бы в долгосрочной перспективе, да, форма будет строиться. Но таких явных изменений в телосложении, я думаю, наблюдать вы не будете. Как-то, ну, я так это вижу. Но, так как сам не использую вечный курс, то более подробно рассказать не могу. Так, пользователь Ладыренко. Было подмечено, что огромная масса была построена без внушительных финансовых запасов. Хочется узнать, сколько тратилось денег на набор таких внушительных размеров. Значит, Влад, денег тратилось очень-очень много. Вот. Было время, когда мои затраты составляли килограмм гречки в день и 10 яиц. И из спортивного питания принимались только поливитамины. Мясо я тогда принимал 1-2 раза в неделю. Ну, не было возможности как бы питаться лучше. Не будем вдаваться в подробности, но так было. То есть все деньги уходили как бы на плату квартиры и так далее. Сейчас уже обзавелся как бы с женой своим жильем. Немножко легче стало, но этот вопрос еще можно все равно подтягивать, потому что до уровня как бы
серьезных выступающих спортсменов, даже нашего украинского уровня, я все равно не дотягиваю. Очень значительно. Вот. Поэтому как бы это тоже одна из целей, почему я хочу попробовать выступать. Попробовать, я буду выступать. В надежде на то, что найдутся люди, которые увидят во мне какие-то перспективы и смогут мне немножко помочь. Значит, Евгений Оголовин. Недавно в одном из видео Зины Руденко услышал, что при частом употреблении куриных грудок наступает химическая кастрация. Как с этим бороться, если не хочется есть красное мясо, то есть окорока? Если, скажем, раз в неделю переходить на говядину, будет восстанавливаться баланс, а если выбирать говядину, то какую часть лучше? Беру лангет, вроде самый нежирный. Так ли это? Евгений, да, я тоже слышал, что сейчас, это не секрет, как бы у меня мясо на фермах и на заводах разных употребляют достаточно много разных веществ для того, чтобы увеличить удельный вес мяса, чтобы и курицы быстрее росли, как бы, да, есть такое, но что именно применяется для этого, я не в курсе. Как это влияет на человеческий организм, я тоже, увы, рассказать не могу. Но не думаю, что там после приготовления остаются какая-то... Если и остаются, то очень незначительная доля каких-то гормонов, которые находятся в мясе, и думаю, даже всегда килограмм в день, влияние на человеческий организм, оно не имеет или практически сведено к нулю. Ну, более подробно этой информацией не владею. Так, Алексей Еременко. Ярослав, здравствуйте. Какой жиросжигательный тренинг предпочитаете? Интервальное или низкоинтенсивное классическое кардио? Или же не включаете кардио в сессии в тренингах? Ну, на диете, на подготовке, которая у меня была, пока только одна, я включал кардиотренинг, естественно. Это было обычное монотонное кардио с диапазоном сердечных сокращений от 130 до 150 ударов. Извиняюсь. Значит, от 130 до 150 ударов и длительность от 30 до 45 минут. То есть утром натощак, либо сразу после тренировки. Интервальное кардио тоже имеет место быть, но я как бы его не использовал, хотя довольно часто использую на своих подопечных, клиентах, вот, то есть тоже эффективный метод, просто как бы я не могу себе позволить там бегать, да, с моим весом, у меня сразу колени, поясница дают о себе знать, так, значит, назовите топ-5 хороших углеводных продуктов. Ну, если не брать спортпит в расчет, так, потому что, тем более я спортпит, то углеводы я никогда не покупал. Считаю, что их достаточно можно взять из обычной пищи. Из обычной пищи это, естественно, рис, гречка, овсянка, макароны грубого помола и печеный картофель. Так, третий вопрос. Бронхолентин на сушке. Легальный эфедрин или бред? Лично не пробовал, но мне кажется, что то содержание сахара в сиропе, наверное, перекрывает все плюсы того содержания эфедрина, которое у меня есть. И четвертое, пишите в целом хорошее меню бодибилдера без огромной финансовой поддержки. Алексей, вы можете посмотреть мое видео, которые я недавно выкладывали на паблике Секреты Про, где я готовил и показывал свой дневной рацион. При таком рационе можно набирать стабильный вес атлету до 100 кг без проблем. И это довольно бюджетно. Артем Моисеев спрашивает, какой, по вашему мнению, лучший первый курс для 18-летнего парня? Самый первый.
Ну, вопреки всему, что сейчас говорится, да, что курс метан соло не имеет смысла. Мой первый курс был именно такой. Это был метан соло, причем даже горка от 10 до 40 и вниз на 6 недель. Тогда спрогрессировал. Вот. Возможно, качество препарата тогда было немножко лучше. Но для первого раза я бы, наверное, все-таки оставил бы или метан, или туринабол сол. Во-первых, прибавка будет однозначно. Ну, в крайнем случае, добавил бы еще, может, пропионатом по 100 через день. 50-100 через день. Потому что, ну, вы поймете реакцию на препараты. Поймете, как это вообще происходит, что, куда. И оральный препарат быстро выводится с организма. Вы гораздо быстрее восстановите анализы, показатели своего организма. Так что, ну, это мое мнение, поэтому я так говорю. Артем Брашуков. Ярослав, болят локти, раньше плохо разминал перед французом, чем можно вылечить, да и остальные суставы тоже дают о себе знать, плечи особенно. Артем, лечение сустава — это длительный процесс, это не неделя и не месяц. Прием хондропротекторов, разного кальция, увеличение количества кальция в рационе, хондропротекторы, хорошая разминка. Вот. Ну, естественно, гормон роста, кто может себе позволить, тоже значительно помогает эти процессы ускорить. Ну, как-то других вроде как, я не знаю. Руслан Фаузиев, расскажите вкратце про свои планы на будущее. Руслан, планы? Ну, я так понимаю, касательно спорта, планы выступить удачно весной 2015-го. Это будет моя первая подготовка, более-менее серьезная, такая уже целенаправленная. Не просто выйти и поставить шеренги на абы как, а бороться за первые места. Так что весной 2015 провести максимальное количество там, хотя бы Киев, Украина. И если все удастся хорошо, то может и на Европу съездить. Задача немножко показать себя, чтобы, может, где-то там в федерации на слуху, чтобы быть. И показать, что вот такой вот я есть, что я могу достойно соревноваться с остальными спортсменами и представлять свою страну на международных турнирах. Так, Эл Джой спрашивает, расскажите, сколько лет на вечном курсе, по какой схеме прокалываете ХГЧ, как собираетесь слезать с курса, когда потребуется заводить детей? Значит, ну, первое, я не нахожусь на вечном курсе, не знаю, с чего ты это взял. Прокалывать ХХЧ, как обычные длительные курсы, каждую пятую-шестую неделю, 5000 единиц гонадотропина по 1000 раз в 3 дня. 5000 проколол и 5 недель дальше. Отдыхаем. Как собираюсь связать? Ну, если такой бы вопрос у меня встал, то я бы обратился к своему врачу. Думаю, что план отменил бы препараты. Обычный выход классический. То есть за 2-3 недели прием гонадотропина, потом проверон и на выход там тамоксифен, вот, разные БАДы, ну и естественно показатели анализов, спермограмма нужно сдавать, смотреть. Ну, курс не всегда помеха детям, у меня есть несколько знакомых, которые благополучно сделали детей прямо на курсе. Вот. Так, Назар Дека спрашивает, хочу сесть на курс теста Дека 8 недель, 1 мг Деки, 1 мг теста в неделю. Суть вопроса, это адекватные дозировки, что посоветуешь для первого курса? Решение сесть на курс осознанно влечет за собой цель. Цель курса — увеличить максимально силовые показатели для лифтинга. Надеюсь, ответишь в видеоответе на мой вопрос.
Назар. Значит, по поводу дозировок, это явно маловато. Соотношение нандролона к тестостерону должно быть примерно 2 к 1. Поэтому, если так и делать, то делать 1 куб деки и 2 куба теста в неделю, раскидывая их на равные промежутки, то есть примерно понедельник-четверг. Хотя, если есть цель повысить силовой, наверное, деку можно было бы заменить на тренбалон и немного добавить оксиметалона туда. Или станозолола. Если нет весовой, ограничений весовой, не боишься вылезти из категории. Хотя эти вопросы решаются питанием. У меня знакомые как бы сидели на довольно серьезных курсах, которые должны были влезать в категорию там, до 90, они выходили до 96-7. Вот. И питанием за 3-4 недели эти все вопросы решали, и в категорию 90 ходили уже нормально. То есть, вспомните, манипуляция с весом — это 50%, даже, я думаю, наверное, 70% заслуга питания, а не препаратов. Так. Витя Серебряников спрашивает: ваш первый курс, сколько набрали, сколько слили ПКТ? Значит, Витя, первый курс был метан, соло от 10 до 40 мг, горка, 4 недели подъем, 3 недели спуск, даже, нет, в общей сложности 6 недель, помню, точно было. Вот. Набрал я с 94 до 101 килограмма, то есть 7 килограмм. За 3 недели после курса я слил до 98, 3 килограмма. К следующему курсу, абсолютно чистый, через 2 месяца я уже подошел с весом 103. То есть я вернул потерянный килограмм и набрал еще 2 сверху. ПКТ было обычное. Тогда еще у меня был выход на него, я постоянно мог его себе позволить. Вот. Так что лавзею брал и использовал. Ну, мне кажется, тогда был смысл. Мне как-то так показалось, что она дает такой приток энергии, какой-то аппетит вроде даже держит. Ну, было так. Андрей Степанюк спрашивает: когда снимешь видео, как питаешься на сушке? Очень хотелось бы посмотреть или хотя бы расскажи. Андрей, видео будет, естественно, когда я буду на сушке. Сейчас не предвидится таких видео. Когда буду готовиться, тогда и будет и видео. Я думаю, что вообще всю подготовку, у меня будут такие краткие видеоотчеты, где вы сможете наблюдать, как меняется моя форма, меняется мой вес, качество. Вот. Ну, а пока такого видео не предвидится. Ну, ничего особенного там, я думаю, ты не увидишь. Сушка как сушка, побольше белка, поменьше углей. Вот. Так что так вот. Идем дальше. Максим Владимирович спрашивает: у меня проблемы со связками, возникают неприятные ощущения в нижней части спины во время выполнения приседаний. Дело в том, что я слишком большой период занимался с околопредельными весами. Мой вопрос: как избежать травм и лучше укрепить связки, расслабить мышцы? Заранее спасибо. Максим, проблема со связками, суставами — это панацея как бы всех силовых видов спорта, и мало кому и удается избежать. Мне не удалось. Вот. Не буду уникален, если скажу, что в первую очередь нужно уделять должное внимание разминке, периодически делать профилактику разными хондропротекторами на основе глюкозамина хондроитина. Ну и, наверное, заниматься растяжкой, чтобы как-то немножко увеличивать подвижность сустава, снизить травмоопасность, свести ее к минимальному уровню. Так, Юра Облаков спрашивает: что вы слышали о таком препарате, как Остарол? Юра, не слышал ничего. Не знаю, что такое. Красов Роман Сергеевич: лучший курс из трех препов.
Курс на что? На массу, на силу, на сушку. Классика жанра, метан, дека, тест. Или пропионат, тренбулон, ацетат, минстрол. Ну, вопрос задан не совсем понятно, и думаю, его ответ будет тоже не совсем понятен. Вот, так что идем дальше. Какой фирмы Болденон посоветуете? Сергей, я Болденон пробовал один раз в жизни, British Dragon. На меня он не произвел никакого впечатления и эффекта, поэтому больше я его не пробовал. Хотя есть желание опять вернуться к нему, только взять проверено или взять дозировки побольше, хотя бы грамм в неделю. Ничего не посоветую. Лично не пробовал. Виталий Спартак спрашивает, сколько мяса в день съедаете? Что думаете по поводу пастеризированного яичного белка в бутылках? Виталий, значит, мясо в день съедаю от пол до 750 грамм, от полкило до 750 грамм. Что думаю по поводу пастеризированного белка? Думаю, что... Ну, так как преподносят это практически чуть ли не как спортивная добавка, ну, в этом обычный яичный белок, ребят, зачем усложнять все? Берите обычные яйца, варите, жарьте, варите их, делайте яйца пашот. Вот. Просто как-то так. Если бы оно в каждом магазине продавалось еще, может, ладно, а так я сотру там. Некоторые спортивные магазины, так буквально чуть ли что вот яичный белок начнешь употреблять, тебя там на куски порвет, вот, супер новинка. Яйца как яйца, что могу сказать. В сыром виде я яйца не принимаю, а в готовом, зачем мне нужно брать в бутылки, если я в любой магазин спущусь и куплю обычно. Если ты на диете, убирай желтки, оставляй белки, если нет, кушай цельные. Дмитрий Гусак спрашивает, лучший курс на массу, на ваш взгляд, препараты, желательно с фирменными производителями, дозировки, длительность. Значит, Дмитрий, довольно эффективный курс, по моему мнению, я составил для нашего виртуального подопечного Фили Хитова и написал там все дозы. Отдых и так далее. Ты можешь посмотреть, это у нас на паблике Секреты Про. По фирмам-производителям не скажу ничего. Сейчас так все переменчиво, что закручаться за кого-то и кого-то конкретно советовать я не могу. Сам постоянно стою перед выбором, что взять. Беру чисто по советам своих знакомых. То есть, как-то так. Схема использования ХГЧ на длинных курсах. Достаточно ли раз в год полностью чиститься от препов с условием постоянного мониторинга состояния организма в течение года? Денис, похожий вопрос на первый вопрос. То есть, посмотри, как бы, ну, гонадотропин каждую пятую-шестую неделю в течение курса 5000 единиц по 1000 раз в 3 дня прокалывать нужно. Мониторинг здоровья, естественно, нужен. Хотя бы липидного профиля, показателей печени. Реального давления, вот, и каких-то значений гормональных, которые нежелательно, чтобы выходили значительно за пределы нормы. Эстрадиол, да, пролактин. Думаю, если мониторить состояние здоровья круглый год, то 3 месяца в год отдых и чистки будет достаточно для того, чтобы держать организм в нормальном рабочем здоровом состоянии. Так, расскажите, пожалуйста, о лучшем для вас курсе на сухую мышечную массу. Какая диета, интенсивность тренировок была в этот период? На сухую массу не работал, еще набирать и набирать надо на мой рост. Ну, набор на сухую мышечную массу это довольно затратное дело, препараты дороже, и питание качественнее и тоже дороже, поэтому, ну, ребят, я... Набираю пока на сырое мяско.
такое мышечное еще ничего не делал. Буду делать, расскажу. Так, секреты прозы дает. Задам вопрос от себя. Веришь ли ты в упражнение на пик бицепса? Если да, то как делаешь и не или же не заморачивайся по этому поводу? Значит, упражнение на пик бицепса, именно конкретно на то, чтобы увеличить его выпуклость и высоту, не верю. Но в упражнение статодинамика, изометрия позволяют немного больше очертаний придать в мышце, сделать ее более выраженной. И, ну, если вы имеете такую более-менее короткую головку бицепса, то визуально он будет казаться, наверное, более такой очерченный и пикированный. Да? Вот. Ну, а форма мышц нам задается от природы, от мамы с папой, как бы. Поэтому, думаю, кардинально здесь ничего не изменить, ну, разве что, может, местные инъекции и регулярные тренировки какие-то такие статодинамические, да. Изменить кардинально, то есть сделать из длинной головки такую руку, как у Шварценеггера, да, это думаю, что реально. То есть Серджио Оливы мы руку Шварценеггера уже не слепим. Так что, ну, думаю, не заморачиваться. Вот, допустим, у меня руки были даже 13 лет, такие вот ручки, 32 сантиметра. Но пик уже наблюдался, вспомню, как теннисный шарик такой маленький, и уже он вылазил. Естественно, с ростом руки это все дело увеличивается, как бы более заметно становится. Так, идем дальше. Александр спрашивает. Ярослав, как вы считаете, если цель курса повысить силовые, набор весом не более 3-4 кг, есть ли смысл проводить курс с низкой дозировкой пропионата? Например, 50 мг через день плюс тонозол 50 мг в день. Если да, то нужны ли при такой дозировке тестостерон, ингибитор и ароматаза? Спасибо. Александр. 50 мг через день пропионата явно маловато. Ну, тонозол 50 в день это еще куда не шло. Нормально, в принципе. Как моя дозировка. Вот. Ну, я уже отвечал на немножко похожий вопрос. Можно взять препараты и посерьезней, и как-то выхлоп с них взять, эффекта побольше, результата, но при этом с соблюдением нормального рациона питания, манипулированием питанием, мы можем свести рост веса к минимуму, чтобы это росло сухое мясо, а поверь, если набрать 3 кг сухого мяса за курс, то у тебя вырастут и силовые, и визуально ты изменишься очень хорошо. Так что так вот. Значит, идем дальше. Арслан Мамаев, я хочу спросить, как подносится вторая половинка к жизни бодибилдера? Как ты вообще считаешь, Ярослав, человек профессионально занимающийся бодибилдером обуза для тех, кто рядом с ним живет? Арслан, говорю за себя. У нас с женой никогда не было противоречий в том, стоит ли заниматься мне данным видом спорта. Длительное время я занимался ним просто в свое удовольствие. И когда стал вопрос о том, что я хочу выступать, естественно, она понимает, я ей объяснил, какие финансовые затраты это будет стоить. И все мы прекрасно понимаем, что эти затраты зачастую неокупаемы. Никаких вопросов против предположений не было. Ну, мне с женой повезло, у нас общие цели, и я сказал, вот хочу подготовиться, хочу выйти из зала, хочу показать себя людям, как-то соревноваться, перестать быть таким диванным качком, да. Вот. Она меня поддержала, спросила, как мы будем идти к этой цели, как мы будем идти к этой цели. Понимаешь? То есть, я не знаю, как
обуза, не обуза. Я сам для себя иногда обуза. Но никаких скандалов, ссор, никогда вообще не было по этому поводу. То есть мы над этим работаем, и это наша общая цель. Я вижу, как она тоже загорелась этой идеей подготовить меня, помочь мне. Вот. Поэтому, ну, с моей женой эта цель достигается гораздо проще, чем если бы я делал это в одиночку. За что и большое спасибо. Так, Жека Кожема, посоветуйте курс на массу. Жека, миллион курсов уже было написано, почитай. Ярослав Ирба, привет. Как зарабатываешь на жизнь? Зарабатываю, работаю персональным тренером в фитнес-клубе. Вот пока и весь заработок. Денис Виснер. Как думаешь, насчет тренировки пресса? Нужно или больше налегать на базу? Ну, как-то у всех такое понятие, знаешь, Денис. Как будто пресс это только на сушке, а база это только на массу. Нету такого, нету таких моментов. То есть пресс такая же мышца. Просто это визуальная мышца. Никто не стремится увеличивать ее. Вот у меня пресс увеличился на 2 сантиметра. Да? Поэтому мы представляем, что якобы пресс у нас это только кубики. Пресс нужно тренировать. Я тренирую его раз в неделю. В свое время я при занятиях боксом, самбо, тренировал его по 3 раза в неделю. Работал с канатами. И проблем с прессом не имею. При низком количестве жира в теле он у меня отлично смотрится. Косые и фронтальный пресс. Если твой стаж составляет до 3 лет, работай с весами, кушай крепко. Тренируй пресс 1-2 раза в неделю, этого будет достаточно. При первой же подготовке или хотя бы более-менее нормальной диете, ты увидишь, что с этого получается. Чигин. Привет, подскажи, пожалуйста, боли в пояснице, тянущие, режущие, как с ними справляться? Макс, причин боли может быть множество, нужно понять источник, как бы, и ну, откуда эта боль идет, да? То есть неврология, проскользил, потянул, сорвал, разные методы лечил. Попробуй сходи к массажисту, попробуй мазями согревающими потирай. Если боль не проходит и постоянно обостряется, сходи на МРТ, сделай снимок, посмотри. Может там протрузия у тебя как-то усугубило состояние. То есть, то, что могу сказать, так более подробно не скажу. Надо найти причину этой боли. Матвей Погосов спрашивает, питание на отдыхе от АЭС, нюансы, игра БЖУ, повысить или понизить свое видение питания на отдыхе, если не статистического атлета. Матвей, значит, ну, на отдыхе от препаратов мы можем снизить количество потребляемого белка и калорий. Желательно поменьше гадости есть, потому что на фоне пониженного тестостерона накопить лишний жирок, как бы, будет гораздо проще и неприятнее. Мы и так теряем наполненность, да, потому что такие плоские. А если ты сверху еще накопишь жира, то это не будет способствовать хорошему внешнему виду и спортивному телосложению. Поэтому питание менее обильное, но и здоровое при этом. Количество в белке таком отпадает, да, можно снизить до 2 грамм на килограмм веса. Но быстрые углеводы, мучное жареное, желательно себе не позволять или позволять более раза в неделю. Так, Максим Малаченко спрашивает, чей клен в данный момент самый рабочий? Честно, клен пробовал 1 раз, балканский.
Ну, работал, но само действие препарата мне не очень понравилось. Голова раскалывается, но самочувствие неважное такое. Больше к его помощи не прибегал. Поэтому не знаю, какой сейчас рабочий, не рабочий. Так. Дмитрий Малюхин спрашивает, дизайнерские стероиды, эффект плацебо или действительно есть рабочие добавки? Лично не знаю, но судя из слов моих знакомых некоторых, есть рабочие препараты, но поверьте, ребят, как бы свою цену, ну, не, если у вас, конечно, такой нормальный кошелек полный, можете попробовать взять. Ради эксперимента. Я не пробовал, поэтому лично как бы ничего по ним сказать не могу. Вот. И последний вопрос. Виталий Консур. Выполняешь ли тяжелую становую тягу? Говорят, она сильно увеличивает талию. Насколько это правда? Как по мне, то это именно она дала хороший рост моей спине. Виталий, значит, становую тягу я не выполняю. В свое время делал. Но больше в сумо, когда выступал по пауэрлифтингу, тянул более-менее так, нормально тянул в категории до 120, у меня было 320 килограмм, без комбеза, без ничего. Стану обычно, ничего такого особенного на самом деле. Вот. По поводу расширения талии, думаю, да, есть. Работа диафрагмы, работа мышц стабилизаторов не способствует эстетическому развитию этого тела. Да, конечно, мышцы разгибателей и в целом мышцы всего тела задействованы очень хорошо, что дает такую рассеянную нагрузку и включает много мышц движения. Но я становую не люблю, честно. То есть изредка я делаю становую, у нас в зале есть в гидропарке такой тренажер. Может, вы видели, как стронгмены, да, поднимают машины, заезжает машина и он поехал. То есть нету движения вправо-влево, только назад-вперед. Вот. Иногда подхожу, там делаю трапеции и становую, как бы, иногда становую с трапециями. Вот. Ну, разгибатели из мышц спины, это, кстати, моя довольно бицепс бедра и разгибатели мышц спины, это две мышцы, которые у меня сейчас больше всего надо будет сделать акцент на них. Поэтому сейчас решается вопрос, как это сделать. Думаю, убить двух зайцев одним выстрелом, буду делать тягу на прямых ногах. Ну, вот. Ну, в принципе, вот и все, ребята. Я ответил на ваши вопросы. Извините, если кого-то мой ответ не удовлетворил, я отвечал, судя из своего опыта и знаний. Я не очень сильный теоретик, поэтому больше полагаюсь на свои личные знания в той или иной теме. Вот. Ну, если у вас будут вопросы, задавайте, конечно, будем общаться, буду отвечать на ваши вопросы предельно откровенно. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока.